Магазин Герлен. Это специализированный магазин. И здесь вот все-все-все парфюмы представлены Герлена, которые есть просто классические. И есть, которые... Хай! И есть лимитированная коллекция Герлен. А, девчонки, что сказать вам по Герлен? Ну, пузыречки красивые. Ну, что сказать? Что сказать, девочки? Ну, я как-то к нему ровно. Как-то я его не могу сказать, что я его люблю или не люблю. Ну, как-то это не мое. Помните, я вам снимала видео, и все вот эти цветочки еще были не распустившиеся, как бы не совсем. Вы представляете, в каком они сейчас цвету? Они цветут, цветут прям коврами. Такая красота вообще. Белладжо, ну просто. Девочки, кто у меня новенький на канале? Ребята, девочки, друзья, посмотрите, пожалуйста, видео про Белладжо, про вот этот вот уникальный Белладжо. Чем он уникален? Я вам сейчас вкратце в двух словах скажу, потому что уже я на своем канале это рассказывала. Это очень дорогой отель в Лас-Вегасе, и он славится своими декорациями. Вот это все полностью, это вот все полностью, куда вы не посмотрите, это все ковры из живых цветов. И все даже вот эти вот декорации, вот там, которые я вам снимала, мальчики стоят, и так далее. Это все живые цветы полностью. Даже вот присутствуют там лианы, мох, вот он. Это вот все-все-все полностью живые цветы. И вот там вот видите, даже живые рыбки плавают, ну вот в этом прудике, скажем так, да. Вот вы представляете, насколько здесь все виолюзирует? Ой, желтенькая какая рыбка, смотрите, под ногами у цапли. А, какая желтая рыбка, она прям желтая. Ой, она под камушек залезла, жалко как. Здесь полностью все делает отель, все из живого. Вот эти вот цапли, перья, они из живых, действительно, перьев сделано. То есть вот все-все-все. Заяц искусственный, потому что мех здесь натуральный запрещен. Поэтому этот отель, это просто уникальный отель, который славится вообще вот всем-всем-всем живым. Такие рыбки классные. Смотрите, рыбка, она кушает с камушкой то ли мох, то ли что. Она прямо языком облизывает, обалдеть.
Какой зайка. Вроде уже китайский Новый год прошел. А у нас тут вовсю еще как бы продают вот эти вот все китайские. Вот год зайчика, смотрите, зайчик. Ай, мне эта ваза нравится. 1003, наверное, стоит. Да, вот ценник. Да, 3,90. Очень красивая. Очень. Много раз я вам сюда заходила, в этот магазинчик. Но здесь ассортимент постоянно меняется, девочки. Вазы, по-моему, не меняются. Дорого, и что-то никто не покупает. Но, наверное, меня ждут. 3100. Нет, ну 3100 я не готова за нее отдать. Но красотка. Но красотка. Белой, конечно, нет, а вот синий, зеленая. Это, конечно... Ой, вот зеленый внизу. Вот зеленый мне нравится. Эти вазы тоже я вам уже снимала. Они, смотрите, они резиновые. Полностью из резинки. И цена... Большой не вижу, маленькую сейчас посмотрим. 1220. Вот такая маленькая. Прям перевернул и как шапку одел. Ну, реально, смотрите. Такая... Живая ваза, представляете? Живая ваза, можно сказать. Так, орхидеи. Искусственные орхидеи, кстати говоря. Ванну прикольное, кстати, решение. Такую длинную вазу поставить цветы орхидеи. Вот это мне нравится тоже. Такая милая коллекция. Вот этот чайничек стоит $160, девочки. Ну, керамика, как бы, я бы не купила керамику только по той причине, что она все-таки трескается, и я не люблю керамику. А вот это так, вот это мне нравится, вот это мне нравится. Красивая. Сколько птички стоят? $100 птички стоят. Ну, здесь всякие слоны. На грузинском, как там слон у нас? Спилуки. По-моему, спилуки. Такой магазинчик здесь. Таких интересных вещиц. Такие тарелочки оригинальные тоже. Неплохие. Это из серии у нас Олег Попов. Девочки, второй раз не снимаю. Кому интересна эта серия, в других видео есть. Вот эта вот вся серия, как Олег Попов. Она мне почему-то напоминает. Помните, у него такая шапка была? Вот он мне прям напоминает. Олег Попов. Такая смешная коллекция. Как вы думаете, сколько стоит эта кружка? $158. Я бы за нее в жизни не отдала такие деньги. Нет, я, может быть, и отдала бы за кружку $158, да, $160. Но смотря за какую, но за эту точно нет, однозначно. Такая оригинальная вещица. А цена ее $655. Ну, оригинально, ничего не могу сказать, такая. И она очень-очень-очень, девочки, тяжелая. О, бабочки какие. Ой, ничего себе, они тяжелые. Сколько она стоит? $83. Тяжелая.
но оригинально. Ничего не могу сказать. Оригинально. Какая цена? $160. Ну, оригинально. И вот это вот оригинально. Ничего не могу сказать. Но опять же таки, $160 отдавать за нее как-то неразумно. Такая вазочка. Металлическая. Даже поднимать ее не буду, девочки. Она очень тяжелая. Всякие брелочки. Совята с камушками. Цена $12 цена. Это вот такой отдел. Здесь, девочки, все в одном экземпляре стоит. То есть здесь нету повторных вещей. То есть вот сюда дизайнеры сделали работы свои, выставили, продали. Вторую такую вещь вы не купите. Как все распродадут, следующее что-то там, салфетница, кстати говоря. Ну, не знаю, мне не нравится. И все-все-все в единственных экземплярах вообще, абсолютно все. То есть второй такой вещи нет, но вот свечки, они как-то здесь такие на поток поставлены. Свечки здесь классные, ароматы просто обалденские. Я давно-давно здесь брала свечу. Обалденские здесь свечи, разные, очень вкусные. Вот эта шкатулка стоит $95. Но мне нравятся, знаете, какие шкатулочки? Вот эти зеленые. Я на нее смотрю, она походу меня ждет. Она одна единственная, и ее никто не покупает. И она точно меня ждет. Она такая красивая, мне она очень нравится. Я на нее смотрю, кстати, уже давно. Но я всегда как бы так говорю: если моя вещь, она меня дождется. Вот она, походу, меня и ждет.